Британская модель Наоми Кэмпбелл, несмотря на заявление о том, что нисколько не переживает по поводу разрыва с бизнесменом Владиславом Дорониным, кажется, все же слукавила и успела подпортить карьеру новой подружки своего бывшего возлюбленного. Поговаривают, что китайскую модель Луо Зилин уволили из модельного агентства благодаря активному содействию «Черной пантеры». А случилось это аккурат после того, как достоянием общественности стали снимки совместного уикенда китаянки и любвеобильного россиянина. Известно, что 42-летняя Наоми была наставницей Луо в реалити-шоу «The Face». Именно там, к слову, юную прелестницу и заприметил Доронин. Кстати, ходят слухи, что якобы Кэмпбелл сама дала наводку фотографам следить за тем, где и как бизнесмен проводит каникулы. Однако бойцовский характер Наоми не всегда играет на руку супермодели. Стало известно, что в суд на нее подал итальянский папарацци, которому 3 года назад досталось от несдержанной пантеры. Якобы она несколько раз ударила фотографа сумкой, расцарапала ему лицо и повредила левый глаз. Модель, конечно же, все отрицает, но повестку в суд девушка уже получила. Посмотрим, что она скажет в свое оправдание.